Так, в прошлом видео я говорил, что нашел какую-то железяку. Так, возможно, в лебедке отлетела какая-то хрень, потому что вот это валялось, ну, под ней. Когда лебедку раскручивал и понял, что это не оттуда. Но на самом деле, при использовании лебедки, я вот недавно вытаскивал совершенно случайно чувака на Сандеро или на чем-то таком. Тащим чувака на Рено Сандеро, наверное, или что это. Он каким-то образом оказался тут. Ну, он доехал до колеи. То есть 1,5 километра это колея, и она потом кончается. Он, получается, с другой стороны до нее доехал и сразу в ней же сел. Копался 2 часа, как он рассказывает, а мы просто ехали с другой стороны. Ну и вот с ним тут. Теперь его тащим. Правда, я умудрился застрять. Лебедка раскрутилась, потому что оказывается, что та металлическая фигня, которую я в ней нашел, это все-таки была от лебедки. Они, в общем, пытались удлинить трос до дерева, чтобы до какого-то достать. В общем, весело, как всегда. И получилось, что когда я его вытаскивал, пришлось его объезжать, я застрял, а дерево было далеко. И пришлось лебедку раскрутить практически до самого конца. И выяснилось, что все-таки у меня, получается, трос ни за что не закреплен был. То есть, если мы сейчас до конца раскрутим, вот, если будет барабан крутиться, он будет крутиться... Ну, короче, барабан будет крутиться, а трос будет на месте стоять. И, в общем, сейчас я докручу до нужного места. И, в общем, вот тут болт к этому болту. Скорее всего, вот металлическая штучка какая-то за него вот так цеплялась. И она была, наверное, трос за нее держался. Но в итоге сейчас трос ни за что не держится. И, соответственно, он ездит по барабану. Так что нужно что-то будет придумывать. В общем, взял другой болт, нашел. Чуть-чуть подлиннее, чем тот был, который здесь стандартный. И поставил на него вот такую здоровую проставку, чтобы она прижимала, получается, весь трос. Ну, там по центру получается вот так вот захерачил, по центру протащил болт и вот так ее закрепил. Надеюсь, вроде даже не пытается. Надеюсь, будет держаться. Сейчас посмотрим. Заодно расскажу про мои супер-мега-фары. Короче, ну, вернул галогенки, как я и хотел в прошлом видео, то, что у меня не получилось, что-то не работали поворотники. Вот это поворотники, это типа ходовые, если они потребуются, хотя ходовые, получается, противотуманки. Сейчас покажу, как это все дерьмо работает. Выглядит, может, не супер, хотя мне нравится, что все такое аналоговое, как на Зиле на каком-нибудь. Или на чем там. Получается, ходовые и поворотники. И эти самые аварийки, если вдруг свет выключен, машина выключена, выключись. Все работает. Класс. Вроде класс. Не знаю, сколько они проживут. Надеюсь, что проживут долго. Это, получается, поворотники от мопеда Альфы за 500 рублей. И сделаны они, конечно, в 10 раз качественнее, чем то, что я вот купил за 1000 рублей. И еще и 3 штуки, и все 3 не работали, а вот эти работают. То есть все-таки проблема была не в моих кривых руках или какой-нибудь там проводке в Ренглере, а все-таки в тех поворотниках. Потому что здесь все работает. А, я вспомнил, что еще меня бесило в тех парах, кроме того, что не работали поворотники, когда выключены фары и типа на аварийке стоишь. Еще зачастую, я когда отходил далеко, и я забыл, закрыл я машину или не закрыл, я, получается, нажимал на ключ и как бы, ну, надеялся, что закрыл, а по поворотникам не видно было, так как они не работают, когда выключены фары. А получается, что вот машину я оставил где-то, припарковал, забыл, закрыл я или не закрыл, нажал, и вот видно, что я ее закрыл. А если бы были те поворотники, то я бы ни хрена не увидел.